Рейды по выявлению водителей, которые управляют транспортным средством без документов, либо в состоянии алкогольного опьянения, сочинской полиции проводятся регулярно. Некоторые, как, например, пьяный водитель, задержанный на Магре с угнанным мопедом, уже не в первый раз попадает в поле зрения полиции. Вы отказались от прохождения медицинского свидетельства на состояние опьянения. Подтверждаете? Напомню, с 1 июля в силу вступили поправки в правила дорожного движения, согласно которым за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо принудительной работы до 2 лет. Еще одна санкция, предусмотренная законом, лишение свободы на тот же срок.